Друзья, всем привет еще раз. Вот, значит, короче, коротенький видосик будет. Короче, что я вам хочу сказать. Короче, там один комментарий был под последним видосом, который меня рассмешил, друзья, Вот, хейтер, который меня рассмешил, который не вызвал у меня агрессию, а который меня рассмешил. Короче, он назвал меня, меня агентом ТЦК. То есть ТЦКшником назвал меня. Ну, друзья, так меня еще никто не называл. Ну, дебилом, придурком, да, или там видос мой там, один из последних, да, был там про сон, да, и кто-то написал мне, тебе в психушку пора, вот, ликуватися. Ну, это еще полбеды, Но ТЦКшником, это первый раз в жизни, И как он написал, ну, я своими словами, там он, может, я ж не точь-в-точь, да, там комментарий такой не маленький, и их несколько было. Он написал, что я под видом звычайного хлопца, да, корчу из себя дурачка, там снимаю какие-то приколы дурацкие, да, для того, чтобы войти в доверие, что, мол, я такой весь простой, да, вот, там, типа, по мусоркам лажу и так далее, чтобы вы поверили, что я такой простой. И а я, короче, всех выловлю вас и сдам в ТЦК. Вот, как вы это прокомментируете, я не знаю, как это получится, если бы даже так было. Хотя, знаете что, друзья, наверное, я не буду крутить вилять, да, я же с вами честен, да, вы же мои подписчики. Да, друзья, я ТЦКшник, или, как он сказал, агент ТЦК, который мониторит все дела. Да, ну, друзья, надо как-то на жизнь зарабатывать. Ну, а что делать? Да, меня заставили создать канал. Ну, я марионетка, короче, грубо говоря. Что там уже? Марионетка ихняя. Зарабатываю себе на сырок и на кофе. Ну, а что робить? Вот. Короче... А, там, короче, ему написала в ответ, ну, в ответ был комментарий, типа, ну, наподобие тоже своими словами, что, ну, мол, что ты мелешь, да, кому он там нужен, тот канал 2000 подписчиков, да, вот миллионники, да, а многие миллионники сотрудничают с системой, да, вот, сотрудничают за бабки с системой, ну, наподобие адвокат Гула там и так далее, да. Вот. И туда, и сюда, на двух стульях сидит, и, короче, и через его канал мониторят, кто что. Вот. А тот ответил, опять же, своими словами, ну, примерно так ответил, да, насколько я понял. Может, я просто не так понял, я извиняюсь, что, может, я где-то припрешу, да. Ну, я понял так, что, ну, в том-то и дело, что вот люди знают, что каналы-миллионники сотрудничают с системой, да. А вот маленькие каналы их и подкупают, что, мол, маленький канал неразвитый, там простые пацаны или подруги, да, и люди им верят, типа, мол, свой, и ведутся на это, и излагают ему всю правду про себя, и они потом их сдают, короче, везут в ТЦК, пиздят дубинками. Так что, друзья, как, ну, это такое, честно говоря, я просмеялся с этого комментария, реально просмеялся, без «б». Сидел же, отвечал на комментарии и посмеялся. И, короче, захотел вам рассказать. Так что, как вы думаете, ТЦКшники или не ТЦКшник? Может, я злой гений ТЦКшник? Это все проект, друзья, это все проект по отлову нормальных пацанов. Блин, не вовремя звонишь, Андрюха. Сейчас, секундочку. Вот, так что. Что еще хотел сказать? Пу-пу-пу, что-то хотел важное сказать. Фу, отвечал, 2 часа отвечал на комментарии, друзья. На чьи комментарии не ответил, не обижайтесь, еще отвечу. Потому что реально комментариев насыпалось. Друзья, благодарю вам. 95% адекватных комментариев. Там и хвалили меня, и комплименты. Друзья, кому еще не ответил, жму всем руку. Низкий поклон, жму руку, обнимаю, так сказать. Я с вами, короче, вот. Никогда никого не сдавал, и против народа я никогда не пойду. Ни за какие бабки, фиксирую это на видео.
Это исторический момент. Никогда я против людей за бабки не пойду. Вот. Если я это и сделаю, да, мне перепрошьют мозг, да, система поймает меня, отпиздит, да, внедрит в меня плату какую-то, да. Вот, и я, ну, как вот этим ТЦКшникам, и они будут ходить там, да, как зомби. Выловить, убить, застрелить, да, вот это как они будут где-то, то пусть мне Бог оторвет голову. Я это заявляю на видосе. Вот. Так что очень много комментариев, что вот я хотел добавить. Большинство положительных. Ну, понятно, не обошлось без хейтеров. Чё ты не воюешь, ты вот пиздишь. Ну, естественно, а они типа воюют, да, вот пиздануть. Ну, это всегда даже уже не буду обсуждать, потому что это, ну, такое, с пустое в порожнее, да. Но большинство комментариев классных, и столько много, я 2 часа сидел, отвечал на комментарии. Сейчас заглянул, там столько же, друзья, так что это уже как работа. Вот, и я не знаю, если вдруг, дай бог, канал разовьется, и там будут там по 2000 комментариев, но, наверное, уже не смогу на все отвечать. Вот, а пока отвечаю, ну, очень много времени занимает. Просто сижу 2 часа и отвечаю. Сейчас заглянул, там уже столько же. Так это я заглянул час назад. Сейчас, короче, столько, что мне до ночи разгребать, отвечать. Вот, так что, кому еще не ответил, не обижайтесь, обязательно отвечу. Все, не буду затягивать видос. Всем пока, звучание хлопец на звездку. Работаем.